дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на юбилее нашего полка. Года, Бог начал свое формирование. А 4 апреля 1942 года приказом Народного комиссара Союза Советских Социалистических Республик нашему полку было присвоено звание гвардейцев. 50 лет Бог гордостью. День рождения полка. А в день рождения принято дарить подарки. Пожелания произносить тосты в честь именинников. Да, насчет тостов. Пожалуйста, друзья, наливайте бокалы. Что вы? Сегодня наше день рождения. Где мы сегодня с вами? Чем сила нашего Чапаева, чем дорого он для каждого, для нас, умеет зарядить гвардейские сердца, обеспечивает хорошее настроение. Для вас командир полка, гвардия полковник Валерий Домородский. Дорогие боевые друзья, 53 года – это огромная дата для такого воинского коллектива, как наш гвардейский полк. В этом полку были самые лучшие летчики, техники, младшие авиаспециалисты. В 1942 году наш полк получил почетное наименование «Гвардейский». 50 лет исполнилось ему в этом году. Как в военные годы, так и в мирное время для личного состава полка ратная служба не была легкой. Редко мы собирались за общим круглым столом, чаще на летном поле, на аэродроме, но всегда личный состав полка душой и телом отдавался работе. Поэтому мы имеем высокие показатели боевой подготовки. Хочу пожелать личному составу, чтобы эти боевые традиции, которые имеют начало с далеких Мурмашей, Савы и Ярова, продолжались и в странах СНГ, в частности, в том месте, куда мы будем перебазированы, Каменка. Поэтому желаю всему личному составу успехов на новом месте. Ну а сегодня отдохнуть. Праздником гвардейцы! Инженерного батальона. Они так поздравляют наш полк с нашим юбилеем. Дорогие товарищи, боевые друзья, глубоко сердечно поздравляем личный состав гвардейского авиационного полка со славным юбилеем. 53-й годовщины со дня создания. От сырого широкого поляри до древних германских земель пройдет боевой курс воинов гвардейцев. Кровавые ратники России с честью и достоинством, мужеством и смелостью отстояли в боях честь и независимость нашей Родины. И ныне в непростых условиях вы продолжаете славные традиции боевых побратимов, летчиков, фронтовиков. Чистого неба вам и мягких посадок. С боевым приветом личный состав отдельного инженерного аэродромного батальона. Копченко, а ну разберись. Всем оставаться на местах. Так, и ни звука, ни стука, ни крюка полиции. Командир,
заложников не берем. А Сергий поднос и Прочакова империализма на поднос. Собрать, окей. Командир, ваше слово. Ну что, ты, ты не можешь разобраться с ними, что ли? Молчай, за КПП, еще! Нет! Капитан, бить, пожалуйста, я сюда! Повторяю еще раз! Кто инструктировал этот труд?
начальник штаба, не вижу я. Смотри, тут даже начальник штаба нет. Ну-ка давай посмотрим, кто он такой по гороскопу. О! Я думал, начальника штаба расстреляли. Так я, командир, не понял, есть тут невесты у вас или нет? А ты сам не видишь?
сядь тоже. Мадам? Как тянет. Ну, ночь, ребят! Как себя зовут, зайчик? Меня зовут Марианна. Ох, моя любимая имя. Зайчик, а что ж ты умеешь делать, а? Я? Могу петь. А еще что? Могу не петь. Так, давай я тебе, зайка, сыграю, может, ты нам что сбавишь? Ну, давай. Сняй эту матрасик. Ну-ка. Ты что, в натуре? Уймись. Чтобы не забыли. Сейчас вылетит птичка!
Бога, где начальник Бога? Ну что за дела? Не пойму. Недостатки в организации полетов. Руководящему составу полка выбивать вертолет на полигон для отправки группы Да здравствует Красноводеново!
Ну, дайте я что-то поцелую. Поднялся самолет к небесам. Что такого? Все вроде обычно. Наша служба. Она всем видна. Вдруг взлетел. Но все будет отлично. Суматохи тут нет никакой. Все продумано до мелочей. Выпускаешь его ты в полет. Ничего в жизни больше. Ничего в жизни нет важнее. Взлет учебный, но полк боевой. И сражаться за правду привыкли. Даже здесь, в этом рае земном. Споры те переходят в конфликты. Пусть не нравится это кому-то, что живем головами своей. Вот и шлют пугаков поминутно в гарнизон всех цветов и мастей. Но сегодня у нас крутой праздник. День рождения семьи боевой. Командир, наливай-ка по полной. Выпьем мы за 100 лет с тобой. Я уже читаю ваши поздравления. Вы это, девки, сами писали, ваши дети. Вот. Дорогие друзья, это близкий коллектив средней школы, номер 111, западной группы войск. От всей души поздравляет вас личный состав прославленного гвардейского эскадрона «Полтас» с годовщиной счастья. Крепкого здоровья вам, успехов боевой подготовки, благополучия вашим семьям. Пусть добро и справедливость всегда сопутствуют вам, мужественным и благородным представителям военно-воздушных сил России.
Yeah.
После такого концерта тяжело что-либо сказать или добавить, потому что сердце переполняет счастье и радость. Не всегда после трудного полета можно увидеть звезду, причем живьем. Мы всегда видим звезды либо на своих погонах, либо на крыльях своих истребителей. А здесь, в нашем далеком хуторе, такая яркая звезда. Поэтому я думаю, что все жители нашей суверенной гвардейской республики Гроздоль, они вас всех любят, целуют, ждут в гости, приезжайте и примите наши скромные такие вот подарки. Надежды на новые встречи! Потому что так умеют аплодировать только здесь, на гвардейском хуторе. Благополучие, гвардейцы.
точно не забудьте о том, о чем мечтали. Мы начинали с неба, мы и сейчас летаем. Пусть будет соль на хлебе, а мы не подкачаем. Мы начинали с неба, мы и сейчас летаем. Пусть будет соль на хлебе, а мы не подкачаем. Многострадальная Россия, тебя на крыльях понесем мы. Многострадальная Россия, мы понесем тебя на крыльях. Мы понесли путь неведомый и обещали день победы. О, желаю вам от сердца. О, желаю вам от сердца благополучия. Товарищи, праздником Благовещения.